Это аризонский пустынный тарантул, и он в поисках второй половинки. Как истинный джентльмен, он проявляет уважение, прежде чем войти в дом, давая о себе знать постукиванием. Похоже, дома никого, а в этой норе, кажется, кто-то есть. Наконец-то самка ответила. Она крупнее самца, и у нее гораздо более волосатые ноги. Похоже, она совсем запустила себя. Но этому парню такие по нраву. Самка привередлива, и ей нужен биг-бой. Тощий аристократ не ее выбор. Поэтому если самец недостаточно крупный, он рискует быть съеденным. Подергивая лапками, он подбирается к ее брюшку. Гладя его, он вводит самку в своеобразный транс. Опытный ухажер вводит свои пятипальпы. После оплодотворения он должен покинуть ее настолько быстро, насколько ему позволяют его 8 ног. Она вот-вот придет в себя, а ей так нужны питательные вещества для роста нового поколения. Поэтому она может использовать его в качестве источника протеина. Но на этот раз ему повезло.